зритель телеканала – это, конечно же, очень активная, социально активная, в первую очередь, часть населения Татарстана. Это люди, которые интересуются новостями, это люди, которые понимают, что то, что происходит вокруг них. Команда, которая состоит фактически из 16-18 человек, создает 240 новостных выпусков в год, формирует свой контент из 7 собственных телевизионных передач, при этом порядка 200 музыкальных программ выпускает и имеет своего постоянного зрителя. У нас действительно теперь есть возможность спокойно, доходчиво доносить все, что мы делаем, все, что у нас происходит в районе, на суд широкой публики. Вот при помощи Марии Александровны и ее команды мы теперь вещаем уже в формате «Татарстан-24». В последнее время происходят очень важные события. Произошло объединение трех филиалов в один филиал, и все средства массовой информации акционерного общества «Татмедиа» сейчас работают практически под одной крышей. Большое желание, чтобы компетентность журналистов и гражданская позиция, она стала реальностью. Чтобы она, значит, была неотъемлемой частью нашего патриотизма. Это, в первую очередь, очень сильная, слаженная команда. Слаженность создана годами, не одним поколением. Поэтому даже при переходе на канал «Татарстан-24» нет никаких сомнений, что у НТФ все получится. Для меня ведь это тоже важный такой момент, когда... чтобы все это правильно было и своевременно, самое главное. Непростое, опять-таки, время, информационное поле, в котором мы находимся, своевременно преподносить зрителю желаемый, так скажем, продукт, который нам необходим.